Шамиль Абдуллаев, профессиональный боец Лиги One Championship, чемпион России, Европы и мира по ММА. Последние годы очень много езжу по России и провожу семинары, общаюсь с молодежью, провожу встречи и заметил то, что ММА вызывает большую популярность среди молодежи. Ребята очень тяжело тренируются и хотят достичь успеха. Считаю, что ММА давно должен быть признан на мировом уровне. Призываю всех подписать петицию для того, чтобы наш вид спорта был признан в мире.